Maske. Maske. Польская команда. А что, нет, вот это же, это не наш. А, кубок? Кончилось, кончилось. А, вот есть. Нет, тут там глоток есть. Мужики, сенсация. Через сколько мы уходим? 35 плюс. Все. Что уходим? Все уходим в 35 плюс. Вот еще идет один. Возраст не следит? Да. Да, хорош, но. Центр, центр! Не, у Захара он здесь где-то. Вон он стоит, вот-вот-вот, прямо вот здесь, у Дубровки. Захар! Захар! Ключ дай! Как нам, да? Да. Нет, тут нет. Тут с кем? Ну, имеется в виду, с кем? Ваш тек, вперед! Да? Через L, наверное. Сейчас либо упадет, либо под себя он сделает. А он побежал дальше, блядь. Я как кинул, думал, под него открыть. Он до этого момента, когда мы говорим, так и он Нет, так, знаешь, так просто так разворотом так мячик охраняешь. А он, когда я только пришел, он так и играл. Немного не надо было. Вот так вот в прошлом матче Кентос хорошо защитил. Не, он последним там. Сзади, да? Так, сзади, скорость. Не отбиваешь, блядь. Он в прошлом матче играл, как будто вратарем там мимика бьют, он так его в падении ногами, там еще как-то. Все в него, да, Олега залетало. Да. Не, здесь, ну да. Что делать, а в том-то и дело, может, голову отсюда.
И коч ему показывает. Красавец. Я выбил мяч, он красавец. Нет, я показываю. Ну, чуть-чуть, да. Бросай, Сари. Давай, Базаров, сразу, Сари! Мы что-то давно пенальти не зарабатывали. Я уже забыл, как делать. Я еще головой никогда не забивал. Езжай, Рок, езжай! Да, да, да. Диму головой голевой подал. Я удивился, что Диму потом... Кстати, Дима нормально последние две игры. Ну, как бы, глазает, но нормально бегает, и моментов много. Ну, Диму хорошо. Пока он даже вышел, кому, знаешь, кому-то ударил, он так, такой... Ну, так его. Я не орал, но так это... Дима... Не, немножко было. Че, с девушкой пришел, что ли? Да, да. А, понятно, что. Борзы. Надо ее в чат добавить. Да. Мотиватор заработал. Я думаю, что это будет. Что, знаете, что? Ваш тест. И вратарь угадал, блядь. Все молодцы. Кстати говоря, четвертый гол, когда нам залетал, я думал, то, что это не Никитос, а Тавир. Прям видно было то, что Никитос вроде отбивает, так все, не дотянул с ним. А? Но я не понял, я просто смотрел, он как-то вроде как будто бы мяч и мимо летит. Чего, блядь? Сейчас что было? Она наша последняя. Все они одинаковые. Ребят, на камеру снимайте. Да! Мелочи какие. Ниже играй, попадай. Мяч укротить не мог, это вообще пиздец, блядь. Хрен знает. Его вроде бы берешь перед собой, он куда-то все равно отскакивает. Сколько времени? Блять, нельзя один вообще просто. Блять, надо честно, не У нас еще получается то, что мяч, когда один игрок получает, и практически всегда так было, блядь, и практически никто не двигается, чтобы мяч получить. Не открывается, все стоят на месте. Вот когда я там все начали на меня орать, я побежал один, потому что реально блядь, все стоят и мяч. Причем все стоят около игроков. Орёловская тема. Я не дал пас, хотел пробежать между, видел, они все сузили. Как раз таки ушли от игроков. Я говорю, как раз таки ушли от игроков, и можно было отдать. Хорош, играй, блядь! Иначе! То есть ты можешь разыграть, у тебя всегда выбор есть защитника. Защитника всегда возможно.
Я развернулся и отдал Ренату, потому что он как раз таки освободился из-за того, что я вышел вперед, и на меня вышли игроки. Нет, претензии к тем, кто стоит. Не пытается свободную зону делать. Да из-за штрафной. Два одинаковых. Просто по центру из-за штрафной немножко. Первый, когда он с ленточки пас дал, да, или второй был? Там, когда он еще с центра пробит. Я вообще третий ее после момента. Да у меня ноги всякие крутые, там, блядь, мим пролетает. Третий меня не был на поле, но второй, когда пролетел, там второй там пиздец получалось, то, что у меня за спиной игрок, в центре игрок, блядь, никто не держит, и еще слева игрок. Так еще вдобавок с центра, да, он пробил, в своего попал в игрока. Там пара прилетела. Это же была тема. Это тема. Всем прижаться надо. Прижаться, играет ремонт. Вот со штрафного быстро разыграл. Он же со штрафного дал. А я главный. Я главное смотрю, вот ты как раз четвертый гол, мячик вроде так это. Какая качество не сильно, и смотрю, это вроде бы. Я стою, смотрю четвертый гол, наслаждаюсь игрой. Я здесь стоял. А, ты уже здесь стоял? Да. Ты уже съебался, что ли? Конечно, не закончил. Я на таи. Мне б не помешало. Вас тоже превратится в Азамат. Он уже достиг своего пика. Я говорю, сейчас вас я глисты вывел. Еще нет. Это еще не предел, братан. Представляешь, что это будет еще изменится. А нет, там работа здесь так. Можешь пиголку склонять. Сейчас надо, не надо. Какой сухон делаешь? Это и есть супружеский дом. А ты что подумал? То, что ты подумал, это на самом деле надо сделать. Роли можно, да? Заметил здесь это, зовут Фрэнс этот из торпеды, когда в 12-м минуте, как он там... Кини, Ром! Хорош! Вон он слева же, смотри, гол! Хорош, Роман! Он такой же, А вот он, черный. А что, Мурик это что, черноволосый? Играл же. Там еще два брата, они два близнеца были. Он все время еще это ругались по ногам пизде, дрались лично. Когда это еще торпеда, как это полностью превратилась в черный стан такой. Вот он, вот так вот. Умеючина. Пали. Ну да. Главное это... Давай, до работы! Правильно. Когда снег валил. На прошлой игре у нас спрашивали, это вы Вайтака выиграли? Да. А кто у вас вообще из этого? Кто у вас вообще из состава сегодня? Я говорю, про Тарди, я, по-моему, блин. Вот игрок, вот игрок. А ты кубок? Последняя победа.
Пойдет. Да, реально, они на спорте. Нет, это, по-моему, мерзкие. Да. Не фартовая выкинь. Стоишь между двумя! Тебе не кажется, но это мешает. Сюда не мешает. Да, сюда едет херня, а вот обратно там все время будет. Иди, Ариф, иди! Ладно, открывайся, Руф! Руф, ты центр, открывайся! Не пали. Уже это морская болезнь начинается. Морская болезнь. Кто там рассказывал, что это есть команда, это 5 на 5? Не пали, Виталий, не пали! Я точно, домой, потом.
Они уже не вместе, играют вместе. Смотри! Все время проигрывают. Домой, потом... Выжимай его! Больше ничего не рассказывай. Да, просто больше ничего не рассказывай. Скажи, просто потащил игру. Какой ремонт ты уже делал? Нет, это он так собрался долго. Слушай, давай там где-нибудь на следующий день через неделю соберемся. А я там как раз... Помните, около меня собирались, две поляны где-то прямо рядом. И народ! Ну там, помнишь, как вообще рядом? Кому-то не везет. Давай. И после этого... Свеча, Рома! Блять. Я здесь стою. Да? Я посмотрю. Мы за... Дружим. Давай. Левая нога! Давай, давай, не вставай! Делают сахар был, он, наверное, там сидит внутри. Ну как бы. Давай, 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 давай.
блядь, да терпи. Хорош, хорош, Ром, нормально, нормально. Блядь, один вообще. Серёж! Давай, Рик, назад! Давай, давай, давай!
Найди партнера. Смотри. Да, вот здесь ворота.
Замену можно? Серый, барс. Левая нога! Да, ты хотя бы сколько? Давай, Володя, давай, давай, давай! Еще волк, еще волк! Да, некому! Держи, Крыша! О, Фома! Не бросайся! Не бросайся! Лех, ты падай! Дай спина сюда! Середина, где сидеть? Фома! Дима, еще чуть-чуть, хорош.
требую синего сейчас. Сань! Иди туда, Вова, иди туда! Нормально, нормально, нормально. Чей еще? Виталий, ори. Ближе, Саня!
Давай, слушай, Ром. 3, 4,
назад. Бросайся, Арина. Давай!
игра! Давай, не получается, блядь! Давай, подавай, подавай, блядь! Yeah.
Он даже 10. 6 секунд.